поводу переворота, да, у нас такое тут событие, форум, и вот происходит такая ситуация. Как можете прокомментировать? Министерство уже прокомментировало ситуацию с переворотом, с попыткой переворота, как я понимаю, там еще все в движении, в Нигере. И мы считаем, что переворот – это антиконституционная затея, и мы в принципиальном плане всегда в таких случаях занимаем очень четкую позицию. Я обратил внимание, что осудил переворот также госсекретарь США Блинкен, англичане осудили, генеральный секретарь ООН, и все они сказали, что недопустимо менять власть недемократическим путем. В этой связи, конечно же, вспоминаешь февраль 2014 года, госпереворот на Украине, когда в ответ на наши недоуменные вопросы к Западу, который гарантировал нарушенные оппозиции соглашения, почему они не могут призвать оппозицию к порядку, нам отвечали так очень расплывчато, но смысл был, демократический процесс иногда бывает непредсказуем. Так что судите сами, как наши западные коллеги относятся к госпереворотам. С одной стороны, к тем, которые происходят где-то вдалеке, а с другой стороны, к тем, которые они сами организовывают. Но мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок.